А, так это и есть Гонконг. Кто-то сказал, что это занятное место, полное тайн, смеха и развлечений. Не совсем в моем вкусе. Ну что ж, теперь мы проходим с вами уже первое задание. Добро пожаловать в Гонконг. В приложении к этому письму вы найдете информацию о вашем задании, список оружия и приборов, а также сведения, которые может предоставить агентство. Вознаграждение равно 13 тысячам долларов. В Гонконге вам предстоит выполнить довольно сложное задание. В общем, при прохождении заданий мы будем получать определенное количество денег. И на эти же деньги мы сможем покупать различные оружия. Здесь, естественно, нет никаких ограничений в выполнении. Делайте все, что угодно, как угодно. Главное, чтобы вас не заметили. Ну, естественно, чтобы цель была ликвидирована. Пусть даже пострадают другие люди. Главное, чтобы не пострадали невинные граждане. Цель у нас представитель Красного Дракона, рост 178, вес 86 килограмм и возраст 34 года. Так, вот такая вот карта у нас в нашей местности. О, только так можно. Обалдеть. Да, ну судя по всему, мы начинаем отсюда. Мне просто интересно. Ё-моё, вообще неудобное увеличение. То есть у нас лифт здесь есть. Лифт здесь и здесь. Там будем смотреть по обстоятельствам, откуда нам лучше стрелять. Так. Думаю, на всякий случай мы заранее возьмем побольше патронов. Все равно понадобится он нам один. Ну, в общем, мы начинаем. Здесь выполнять надо все как можно быстрее. Поскольку если у нас палят, то на этом задание будет сразу же завершено. Потом мы передвигаемся на крышу. Можно достать кейс. Точнее, достать снайперку. Хотел сказать по-нормальному. А, да-да-да-да. По-нормальному хотел сказать снайперская винтовка, но почему-то оговорился. В общем, ладно. Ну что ж, мы на месте. Начинаем ожидать. Может, тут хоть кто-нибудь-то подъедет? О, неужели? Наблюдаем, смотрим. И... пока что никого. Ну, ребята с одной стороны. Если не ошибаюсь, машина должна поехать отсюда. Да. Уже здесь. Да. Он в этой машине находится. Теперь ждем. Начинает подниматься. Вот как-то странно. Поле зрения здесь одно, а вот когда мы начинаем прицеливаться, у нас все отображается совсем по-другому.
Так, теперь спускаемся. И валим. На всякий случай обойдем. Что-то даже вертолет не успел опомниться. А я уже возле машины. Вот так вот мы и прошли первое задание. В принципе, ничего сложного не оказалось. Не, ну, так-то да. Я еще когда в детстве играл, проходил не один раз. Ну, опыт уже понабрался, естественно. Прохождение казалось для меня гораздо более легким. В общем, всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, оценивайте видео и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!